Готовим очень вкусную закуску из помидоров. Все, что надо будет сделать, это порезать помидоры кольцами и залить их овощным соусом. Берем 2 болгарских перца и 1 горький перец, 4 зубчика чеснока и измельчаем. В смесь перцев добавляем столовую ложку соли, 2 столовые ложки сахара, 50 мл растительного масла и 50 мл уксуса 9%. Все хорошо перемешиваем. Нарезаем базилик и петрушку. Добавляем в маринад и хорошо перемешиваем. Нарезаем кольцами помидоры. В литровую банку кладем 1 слой помидоров. Сверху полейте небольшим количеством овощного соуса. Таким же образом выложите все помидоры в банку. Поставьте банку с закуской из помидоров в холодильник на 8 часов, а лучше на ночь. Это очень вкусно, обязательно приготовьте. Готовьте с удовольствием, кушайте вкусно и будьте здоровы!